Всем привет, 19 мая 2024 год. Вот попросили меня ребята, задают вопросы, где приобрести такие ножи. Понравились им мои видео. Значит, друзья, для начинающих, ну и кто любит тяжелые ножи, чтобы не вывихнуть руку, да, лепесток тяжелый, 325 грамм, 29 сантиметров длины, 6 миллиметров обух. Я покупаю в магазине в Рязанской области, интернет-магазин ножей knife.mag.ru. Ну, если что, позвоните мне по телефончику +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram, или напишите, я вас выведу на менеджера, он все поможет оформить заказ. Еще смотрите, вот в наборе три ножа идет. Отдельно можно купить вот такой кожаный чехол. Они не всегда есть, но это классная удача. Они толстые, из кожи, из толстой кожи. Ремешок на часы, если вы знаете, 1500 стоит. А это вот смотрите, сколько кожи натуральной, да? И получается всего лишь 900 рублей. Ну, раньше стоил, сейчас не знаю. Я еще покупал вот в спецназе вот такой чехол, этот пояс. Вот так вставлял из бухгалтерских папок, пластиковая вот эта обложка, скручивал вот так и под нож вот так. Вот так у меня было. Потом из двух листов линолеума делал себе патронтаж. Ну, там на YouTube-канале Владимир Стороженко все это есть, да? Ну, вот так, да? А начинал я вообще вот такой колчан. Вот такой колчан делал. И вот. Вот так, да. Ну, они тяжеленькие, когда у меня 10 штук было ножей, да? 12 было. Больше 3 килограмм, как бы, тяжеловато. Ну, давайте, меньше слова, больше дела, побросаем. Ну, вот, у меня раньше офис был, однокомнатная квартира, да? Поэтому я вот наловчился кидать с 3 метров, потому что территория была маленькая. Ну, и 3 метра, в принципе, для спортивного метания, ну, и если вдруг для сдерживания, да, или для того, чтобы быть добрым, надо быть подготовленным, ну, 3 метров как бы достаточно, да. Хотя есть и умельцы кидают из 10 метров. Вот. Я люблю вот со всей размахнуться, со всей пушки, да, вот за лезвие, да. Ага, молодцы. Молодцы. Эмоции. Давайте вот так. Как говорят мастера, надо за один раз, чтобы было 3 ножа как минимум, чтобы прочувствовать вот кураж, вот поймать, да, почувствовать нож, почувствовать вот волну тела, да. Вот, ну, попробуем сейчас все 6 воткнуть, дай бог. Специально повыше кинул, потому что если сейчас попадешь в мишень, он выпадет под своим весом. Они спортивные, они по режущей кромке не заточены. Да, 325 грамм, 29 сантиметров длины, 6 миллиметров в обухе. Вот, вот как бы вот так, да? Хотя они и по режущей кромке не заточенные, но входят они под своим весом за счет веса 325 грамм очень хорошо. Я пробовал на турбинке затачивать. Уехали на Украину 2 ножа заточенных. Телогрейку пробивает в
втыкается. Ну, если кому-то это интересно, да? Месяц не кидал, видите, уже навык теряется. Надо это тренироваться. Длинненькое видео получится, но я так для себя. Люблю со всей силы. Воткнул так, воткнул. Кидать душу, отвести, да пойти это разобрать тир. На огород надо идти косить траву триммером. За лезвие кидаю. Крайний раз. Ну, показал я вам, да, вот этот ремешок вот так одевается. Здесь застежка металлическая хорошая. Вот такой ремешок одевается, застегивается. Вот так, и ножички. Классно здесь им вообще вставляются. Для удовольствия. Классно так вот. И стресс снимает, и порог стрессовой устойчивости повышает, и суставы разминаешь, и баланс расстояния понимаешь. Мне вот товарищ рассказал про это. Я в 2007 году овладел, как бы. Интерес. Заходи домой. Хорошо. Еще раз подчеркиваю, спортивное метание ножей, они порежущие кромки тупые. Ну все, чтобы быть добрым, надо быть подготовленным. YouTube канал Владимир Стороженко.